поздравлениям присоединились глава Кубани и председатель законодательного собрания. Вениамин Кондратьев поблагодарил всю женскую половину края за то, что они наполняют мир теплотой, заботой и красотой. Для нас на самом деле 8 марта международный женский день. Очень такой волнительный праздник самого раннего детства. Потому что в этот день мы хотим сказать особые слова признательности, найти такие слова благодарности, теплоты нашим бабушкам, мамам, сестрам, а потом женам, дочкам. На самом деле, великое счастье, что вы, наши женщины, у нас есть, что вы всегда рядом. Рядом, даже когда между нами большие расстояния. Вы всегда рядом. Вы всегда выслушаете, поможете, подскажете, обогреете, поймете и подбодрите. В народе говорят, что за каждым успешным мужчиной, мужем, сыном стоит любовь женщины. И это действительно так. Ведь ваша поддержка дает возможность добиваться побед и каких-либо свершений. Особые слова прозвучали в адрес тех женщин, которые в годы Великой Отечественной войны наравне с сильным полом встали на защиту Родины. В тылу они стойко переносили все тяготы и лишения, трудились и растили детей. Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко, спустившись со сцены, лично вручили им памятные медали к 75-летию Великой Победы.